Здравствуйте, дорогие зрители, и сегодняшний небольшой мод – это мод на порталы. Теперь можно также из обсидиана делать порталы любого размера и формы. Сделаем, к примеру, какой-нибудь вот такой вот порталец. Какой-нибудь такой вот. Теперь просто поджигаем его, и вот мы видим, портал создался. Также, если кликнуть правой кнопкой мыши красителем по порталу, то он поменяет цвет. Такой вот замечательный голубой портальчик получается. Ну, или не голубой. Также интересно, можно сделать вот так вот, чтобы он был не плоский, а выпуклый как бы. Сейчас попробуем. Нет, так не получится. Должен быть только плоским. Ну вот, в этом и заключался небольшой мотик. До новых встреч!